Сегодня утром на острове отдыха было обнаружено тело молодого человека. Он находился на заднем сидении автомобиля Hyundai Solaris. Машина была заперта изнутри, а на коленях погибшего лежал газовый баллон, предположительно из-под гелия. По словам очевидцев, авто находилось там несколько дней. Следователи уже установили личность погибшего. Это 23-летний житель Ужурского района. По неофициальным данным, он был военнослужащим из части, расквартированной под самим Ужуром. Иномарку он взял в аренду в одной из красноярских фирм. Сейчас специалисты выясняет все обстоятельства случившегося. В машине следователи обнаружили тело 23-летнего жителя Ужурского района с признаками, свидетельствующим о добровольном уходе из жизни. На месте работала следственно-оперативная группа. Было установлено достаточно доказательств того, что смерть мужчины носила добровольный характер.